Тема ЖКХ – одна из актуальнейших во все времена. Вопросы коммунальной сферы касаются каждого горожанина и каждой организации. Главная проблема, отмечают специалисты, это неосведомленность населения. Поэтому конференция, которая пройдет 23 октября в санатории «Знания», это своеобразный способ доведения информации до заинтересованных лиц. Прозвучат мнения, пройдут дискуссии. Итогом же должна стать выработка консолидированного подхода к решению существующих проблем. Решение конференции уходит и в Госдуму, и в правительство Российской Федерации, и другие органы, которые вправе влиять на события в стране, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Обсудят участники конференции гражданско-правовые споры в ЖКХ, ставки и тарифы на топливно-энергетические ресурсы, практику работы с энергосберегающими компаниями, а также энергосервисную деятельность и инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Повышенное же внимание ожидается к трудностям сочинских теплосетей. Долг предприятия «Межрегионгазу», накопленный годами, уже стал общекраевой проблемой. Та проблема, которая из года в год накапливается, она есть, она никуда не денется. Поэтому уже принципиально принимать решение. Мое мнение, нужно вообще ставить вопрос о, ну скажем, концепция должна быть либо переходить на газовые счетчики, либо, скажем, мини-котельные. То есть глобальное должно быть. А то, что сегодня мы имеем, это, ну, замкнутый круг. Не менее важный вопрос – переход с летнего на зимнее время. Оказалось, что не только город Сочи, но и страна в целом не готова в полной мере исполнить указ из-за отсутствия механизмов его реализации. Первым шагом должно стать перепрограммирование установленных гражданами многотарифных счетчиков. Заострять внимание необходимо и на таких проблемах. В ЖКХ нет второстепенных вопросов, отмечают специалисты. И только методом обсуждения можно прийти к нужным и полезным обществу решениям. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.